Всем привет, ребята. Сегодня выходной, но мы работаем. Вот у нас были такие вилы на 10 сантиметров. Это вот такой маленький вазончик. Мы их здесь возили вот так, получается. Мы их не используем, потому что у нас есть одни вилы на 10 сантиметров. На 10, на 13. Они чуть-чуть подлиннее. Сейчас я их все убираю и буду делать на 10 литров, потому что у нас вообще нет вил на эти, а это намного быстрее. Когда машина садит, они просто ставят на землю все вместе. И я подъехал, например, там сколько их будет, 9 линий по 6, по 10 литров, и вот их сварю вместе, чтобы они, вибрация не такая сильная была вниз-вверх, чтобы держивали. И будут новые вилы. Буду сам, вот так агрономы работают. И сварщиками, и электриками. И всем подряд. Вот такие дела, ребята. Всем удачи, всем пока.